значит чувствовать каменное сердце? Означает ли это, что я замкнут по отношению к попыткам товарища сблизиться со мной? Или меня по отношению к нему? То, что я чувствую помеху в себе, и она не дает мне соединиться с товарищем. Насколько товарищ хочет быть в моем направлении, приблизиться, обняться, помочь друг другу. Потому что духовное развитие в соединении между нами. И насколько с остальными товарищами мы соединяемся в одно тело. Это как мы видим в природе. Как клетки это делают. И согласно этому мы продвигаемся. Поэтому мы должны видеть в нашем соединении единственное средство развития.